Здравствуйте, подписчики. Выбрался ты наконец-таки на рыбалку, но сегодня главное это не рыбалка. Я буду тестировать вот такой вот покрафт от Time Trial. Сейчас надую и отправлюсь. Характеристики укажу я в описании. Вот. Главное поплавать сегодня, а уж если будет рыбка, то это будет неплохо. Это заливчик Балтики. Ветра нету здесь. Хорошо. Можно будет половить, потому что вот там вот уже открытая, и там, конечно, будет тяжело. Накачивать буду таким вот насосом. Продаются на Алиэкспрессе, но я покупал у нас в магазине, поэтому цена, конечно, намного дороже. А такие, по-моему, по 20, что ли, евро продаются на Алике. Я покупал за 40, к сожалению. Но не было времени ждать. И весла. Очень легкие, по-моему, кило 100, что ли, 4-часные. Накачает он, кстати, очень быстро, потому что я уже дома качал. Потом буквально 3-4 вдоха ртом, и все, и полностью накачанный. Очень быстро качает, на самом деле. Буквально тут, не знаю, 20-30 секунд. Он, конечно, еще мягкий, но сейчас ртом несколько вдохов и все. 5 вдохов хватило. Полно накачанный. Как вы заметили, здесь из двух частей. Я решил попросить, чтобы два отсека было на всякий случай. Для большей уверенности. Сейчас вторую накачаю. Ну что, попробуем. Кстати, я думал, тут мелко, а тут нифига не мелко, тут просто травы очень много. С первых ощущений вертлявый. Чуть-чуть, не как каяк. Но к этому надо привыкать. И, наверное, камеру лучше на голову. Кидаю минноуспун. Немножко, да, такой. Не как каяк, конечно. Летом надо будет протестировать. Как на нем перевернуться. Насколько большие шансы. Хотелось бы, конечно, щучку мне поймать. На таком. Интересно, если десятка. Как ее тащить? Хорошо, что я взял удлиненный вариант, потому что маленький был бы совсем неудобно, кстати. Можно было даже еще длиннее взять. Да, чуть-чуть лишний вес, но отлично. Красноперку ловить. Ух, с него. В общем-то, кидать удобно, но я так полагаю, что вам ничего не видно. И что когда с покрафта, то надо надевать на голову. Это с каяка можно встать на колени, а тут... А тут я еще пока не пробовал. Я не... И, наверное, не буду. Попробую это летом. Не хотелось бы вывалиться за борт. Но я думаю, и это возможно. Даже больше думаю, что можно назад. Ух, твою мать! Ребята, видели, да? Это была точная поклевка. В пощуке два удара и откус. Рыба-то тут есть. А там стоял поводок. Струна. Зацените. Блин, он еще и без карабинчика. Сейчас, кстати, выпрыгнула рыба.
И я не знаю причину. То ли она от блесны так освобождалась, то ли там еще кто-то стоит и хочет кушать. Так, ладно, сейчас буду думать, что делать. Можно, в принципе, и без, но это не очень будет хорошо. Не хочется приманки топить. Может, вот эту лабуду, ее не жалко. Вот выход из ситуации. Нашел я дешевую приманку. Без поводка. Сейчас буду ей ловить. Тут глубины вообще нету. Надо искать чуть глубже места, потому что вот все вот в траве. Надо посередине идти. Тут довольно-таки глубоко. Что я думаю? Так, оп. И вдоль подать. Ой, блин, это была поклевка. Ёлки-палки, это была поклевка, парни. Это рыба, как я вовремя вдоль-то подал. Но возьмет ли она? Мы, короче, припарковались, чтобы сменить приманку. Эх, две поклевки. Один срез и одна промахнулась. Сейчас поставил обратно я пикшада. Попробую сейчас еще здесь. Вот немножко проплыву туда, а там дальше не поплыву. В принципе, с пократом все понятно. Можно сейчас будет ехать домой. Но мне понравилось, и надо бежать по ходу дела в магазин. Купить поводков, пару приманок, и может на днях еще скататься. Есть, вот она, друзья. Ух ты, блин. Парни, ну я поймал. Отлично. Ну, я ее возьму даже, пожалуй, в руки. Не домой, а в руки. Опа. Светленькая. Ой, держится, конечно, она. А, нет, нормально держится. Ну что, вот она. Ну что, если долго мучиться, что-нибудь получится. Поймал я все-таки щуку. Не крупная, конечно, но она есть. Смотрите, какая. Она тут светлая. Красивая такая. Пробила себе так, как, а? Ну чё ты? Опа, ушла. Не зря приехал. Поймал хоть одну штучку. Может, конечно, еще будет, я не знаю. Но уже результат есть. Я доволен. Рыба, конечно, не крупная, но... Но это не главное. Можно, конечно, завтра приплыть. Но я хотел за грибами бы. Выходной последний. Вообще надо подумать. Если я сегодня до магазина дойду, надо прикупить поводков. И минус-пон взять. Тогда можно подумать насчет завтра. Насчет половить. А
Так, с грибами. Хотя можно и в национальном парке половить. Но там мормышенкам. Ух ты, блин! Ничего себе! Где она? Где она? Она идет на меня. Она намотала. Знаете, это уже двоечка. Это уже двоечка. Это уже двоечка. Но я бы ее хотел бы взять, конечно, в руки. Но она сидит еле-еле, друзья. Того и гляди, сойдет сейчас. О, ну спасибо, дорогая. Ой, как неудобно-то, конечно. Как вам такая рыбка, а? Сейчас она мне тут все запачкает. Фу! Зацените. Вот это уже побольше рыбка будет. Ну вот это уже размер-то будет получше, такая двушечка. Она красивая тут рыбка-то. Тебя тоже отпустим, пожалуй. Опа, под лодку. Сейчас достал, хорошо, что заметил. Все. Сейчас оборвется, наверное. Оп. Щука все-таки на зуб-то попала ей. Поэтому сейчас мы перевяжемся. Еще чуть-чуть попробую и поеду уже. На такой сегодня все поклевки. Ты, блин, это что? Как это так? Откуда они тут взялись только? Вот и рыбу, которую я обещал, по всей видимости. Вот она. Если не сойдет, то я ее сейчас возьму корешу. Блин. Это ни хрена не маленькая. Ну, если сойдет, то и хрен с ней, конечно. Но это уже... Блин. Это уже трофей. Это уже трофей. Это уже трофей. Твою хрень. Только бы тебя бы... под жабру-то взять. О, не берется. Фу. Смотрите, какая дура-то. Больная, правда, парни. Фу. Парни, вот она. Ну, она сломанная какая-то. Но это классная щука. Интересно, сколько весит вот эта вот дурочка? Потому что она, ну, она большая рыба. Такой вот результат на 4500. Хорошая рыбка. Я не ожидал, если честно. И, наверное, окуня я уже ловить не буду. Сейчас поеду домой. Хорошая, хорошая. Упитанная. Нормально я так сегодня съездил.
По поводу покрафта я еще дополню в следующем видосе, когда поеду. Но первое впечатление отлично. Единственное, я изначально хотел самый маленький размер, но потом выбрал чуть побольше. Теперь я думаю, что надо было брать еще чуть больше. Но надо подумать, как все тут разложить, потому что, например, я кинул рюкзак, и уже место не очень. Ноги уже не вытянуть, и я замерз, потому что без движения. Ну, щуку затаскивать, конечно, на почти 5 килограмм тяжело. Надо подсадчик какой-то, наверное, купить. В общем, я подумаю, как тут все разложить. В принципе, нормально, удобно. Покрафт отличная штука. Вот эти, конечно, штуки бы надо было еще вот сюда, наперед. И хотя бы одну петлю с этой, с другой стороны, не шитую, а обычную для груза. Все, я весь сырой, весь в слизи. Сейчас поеду в автобусе, люди шарахаться будут. Спасибо, кто смотрел. Оставайтесь, не переключайтесь. Всем ни хвоста, ни чешуи. И всем пока.